Здравствуйте! Всем-всем приветик! Вы знаете, ну не могла сегодня не записать видео. Вчера я записывала видео и показывала, как я из вот этих вот верхушек, где у меня тут цветочки будут, как я выращиваю базилик и буду теперь выращивать. Это же эврика! Я отрезала, убрала листики и воткнула в землю. И что же вы думаете? На второй день у меня появились два корешка в каждом. Вот. А сегодня это что-то с чем-то. Прямо я подошла, ну прям грядка красоты. Посмотрите. Вот, смотрите. Видите? Цветы растут. Распустились цветочки. Вот. Мало того, я вот беру, вот у меня пульверизатор. Так, я беру вот пульверизатором. И вот так поливаю. И утром полила. И вот и каждый раз захожу и поливаю. И он прям не по дням, а по часам. Не по часам, а по минутам он у меня вырастает. Вот. Поэтому я вам еще раз хочу. Вот я же показываю, потому что вот некоторые не верят. Вот одна женщина мне написала. Бессвязно. Не по плану. Говорите неизвестно что. Вот что в голову взбредет, то и говорите. А как же? Вот что мне взбредет в голову, то я и говорю. Главное, я же не преподаватель университета, там или ректор, или еще кто-то, проректор. Я вот на себе все это испытываю и хочу людям рассказать, чтобы пока нет заморозков, чтобы люди пошли, выкопали с комом этот базилик и посадили у себя. Вот я только что готовила, вот посмотрите, сегодня выложила, печенку делала. Вот, пообрезала у себя этот базилик мой. Крутой базилик. Видите, какой красивый? Вот, пообрезала, а у меня уже на завтра пойдут новые веточки. Вот, смотрите. И вот на каждом, вот у меня на каждом базилике, сколько базиликов, смотрите, идут новенькие и новенькие. И даже вот идет, смотрите, отсюда вот идет, из земли уже идет. Вон из земли идут. Так что, дорогие мои, я показываю наглядно. Уже никто не скажет, что я там обманываю. Я говорю для того, чтобы люди целую зиму имели свежую зелень. Тем более базилик очень-очень полезненький. Обратите внимание. Смотрите. Вот он. Смотрите, цветы какие. Вон цветочек какой красивый. И вот здесь цветочек. Ой, зацепился. Ну, куда ж ты зацепился за него? Не хочет от него отцепляться. Смотрите, ой, тут я на балконе. Вот, сейчас я тоже буду садить. Пообрываю все веточки. Вы посмотрите на эту грядку цветущую. Посмотрите, люди добрые. Вон, и все, и вон еще вот здесь вот тоже он распустится. Вот везде у меня верхушечка. Так что каждый день просматривайте свой базилик. Вот, обрезаю. Вот, смотрите. Видите? Обязательно, чтобы ножка была. Я беру вот зубочистку. У меня здесь зубочистка. Я вот здесь вот воткну здесь палочку. Вот так сделаю ямку. Воткну сюда мой базилик. Ну, эти листики можно оборвать. Я их съедаю. Я сразу вот беру ножнички, обрезаю, ам-ам, и съедаю. А у вас будет вот вон там корешки. Пустит корешки. Обязательно нужно побрызгать. Вот. И у вас будет прекрасный свой настоящий базилик. Так что, дорогие мои, это я видео делаю для тех неверующих, которые вот все время не так. Вот не так. Вот она обманывает. Вот нет, такого не может быть. Вот такого красавца не может быть. Вчера я смотрю индийский фильм. Там точно такой базилик. Ну точно. А я сама себе думаю, не у меня ли вы взяли этот базилик? Ну, это шутки шутками. Теперь хочу вам сказать. У кого нет базилика, а вы хотите, чтобы базилик у вас рос, идите на рынок. Там постоянно, я не знаю, как где вы, но у нас в Украине, все время на рынке продают и привозной базилик, зелень продают. И продают люди, базилик вырывают. Даже если там не будет корешков, вы видите, что творится? Вот это отрезали вот здесь вот верхушечку, воткнули, и корни сразу идут. Не надо ни в какую воду ставить воду, там менять, там все делать. Попробуйте. И у кого нет, пожалуйста, и будет у вас тоже вкусненький, полезненький базилик. Все, дорогие мои. Я еще понаблюдаю здесь,
И обязательно покажу, потому что мне одна женщина написала: «А вот возьмите среди зимы и покажите, какой у вас будет базилик». Ну, конечно, я сказала, покажу, если не забуду. А я думаю, что я не забуду, потому что, видите, он какой у меня. Тут даже корни уже идут в этом базилике, у меня уже даже вот здесь сверху корешки идут. Я смотрю на него и думаю, надо будет, наверное, новый горшочек купить, чуть-чуть побольше, и посадить больше. Тогда он будет больше у меня. А потом стою и думаю, а зачем мне больше нужен? Мне этого хватает. Ну, короче говоря, подумаю. Чапай думает. Все, дорогие мои. Вот это что знала, то показала. Вот. Так что давайте, чтобы базилик ни у кого не пропадал. Если даже куда-то выбрасываете, вы своим там соседям, там кому-то, ну, знакомым, отдайте. Вам будет лучше от этого, если вы будете добро делать. Все, до свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите, как у вас, прижились такие вот верхушечки или нет. Все, до свидания, пока!